Сегодня в подмосковном Сергиевом Посаде стартовал ежегодный фестиваль телекомпании «Братина». В 25-й раз телемарафон, который проходит под патронатом Союза журналистов Подмосковья и Министерства культуры региона, собирает журналистов. Многие из них на протяжении долгих лет присылают свои работы и творческие проекты. Телеканал «Видное ТВ» дружит с «Братиной» уже более двух десятков лет и не раз становился победителем, доказательством тому множество дипломов и 13 братинских чаш, украшающих нашу студию. Фестиваль всегда начинается с конкурса «Репортаж с колес». Мы не единожды брали главный приз за сюжет, снятый в рамках этого конкурса. Яркие впечатления у наших журналистов остаются на долгие годы. «Репортаж с колес» — это невероятные впечатления. Желаю каждому журналисту ощутить этот драйв, эмоции. Тем более в нашем случае получилось, что мы действительно все делали с колес. Мы не знали, о чем будем снимать. И самое, наверное, приятное, что она помогла людям. Ведь они, наконец, получили эту воду теплую, горячую воду. И ощущение того, что ты помог людям, жителям Сергиевого Посада, переполняет. До сих пор помню каждую эмоцию, когда победили и когда делали этот сюжет. Невероятно, очень круто. И сегодня наша команда, корреспондент Александра Столярова и телеоператор Константин Брылов в течение дня работали над репортажем с колес. Для съемки нам досталось достаточно интересный, обширный исторический отдел музея-заповедника Сергиева Посада. И мы приехали на первую точку и сразу же увидели замечательную реконструкцию и решили работать именно в ней здесь вообще. Вот домик Бабы-Яги, замечательный конь из дерева, можно добывать огонь. Абсолютно интересно, мы очень рады, надеемся, что все очень хорошо получится. В нынешнем году среди номинаций фестиваля есть давно ставшие любимыми, например, «Моя Россия» и «Телерепортаж», есть и новые, одна из них – «Наука и жизнь». «Братина» для нас – это большой праздник. Каждый раз мы стараемся послать свою работу в каждую номинацию, чтобы охватить как можно больше тем. Это наши лучшие работы. Ну, а на самом фестивале мы участвуем во всех мастер-классах, во всех конкурсах. В общем, стараемся прожить эти несколько дней так, чтобы запомнились они на целый год. Об итогах фестиваля «Братина» мы расскажем вам уже в понедельник. Ждем наших ребят с победой.